Всем привет, ребят. Ну что, вытащил я уже наконец-то нового героя на русском сервере, потому что около 300к. Честно скажу, оно того, возможно, и не стоит. Рано или поздно его все-таки будут продавать. Но хочется, знаете, такого трешечка, особенно на русском сервере. Сейчас попробуем здесь его вытащить, посмотрим, продают уже на рынке у нас осколки. Космо называется он здесь, в принципе, точно так же. Обалденнейший герой. Обзор я вам уже все показал, где его применять еще на некоторых локациях потестируем. В общем, герой реально четкий. Такс. Что я хотел? Поехали, пооткрываем плюшки, которые получили. Получили мы скин на забор, невидимый забор. И новые камешки уже есть. И, как видите, ну, конечно, их немного продают. Ну, со временем будут все больше и больше продавать. Ну, думаю, на 3 левела нам там хватит, чтобы прокачать. Ну и плюс забор, поехали его сейчас качнем. Также продают новые сумки. Здесь вот эти вот такие... Здесь можно получить осколки, собрать осколками. 5-20 сразу падает, скин падает. Ну и скины остальные, ну в принципе неплохие сумки. Но кроме этих сумок нету смысла брать эти паки. Так. Поехали. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Надо будет потом еще добрать большой пак. Так, с книгами у нас порядок. Хватит на прокачку героя. Опять надо будет нам книги для прокачки постепенно всем хотя бы на до 21 дойти. Так, поехали качать невидимый забор. Какой там 8 левел? А, не, на десятку сразу. 620 сразу же качнули максималочку. Плюс 170% к жизни. Правда, у меня забора нет. Давайте ради такого дела хотя бы посмотреть, как он будет выглядеть, мало ли. Забьем где-то этот один несчастный колышек. Больше нигде такого места нет. Вот так он выглядит. 500 плюс 850. Если сейчас улучшим, сейчас посмотрим. Ну, по сути, скин дают больше, чем... Вот, 1500 плюс 1500. Уже получше. 3 плюс 2. 5 плюс 3. 5 плюс 4. Ну, процентуально считает. Но уже неплохо. Вот видите, десятка, десятка. Двадцатка на 11 пошла. 30, 40. Ну, плюс 340, нифига себе, нормальный такой переходик. То ли мне показалось, то реально. Плюс 340, нифига себе. Хорошая прибавочка. А ну-ка сейчас посмотрим. Ну, 476, в принципе, да. Вот так он выглядит. Не знаю. В принципе, анимашку ему сделали неплохую такую. Возможно, если будет много забора, сейчас посмотрим, может кто-то стопы уже себе повыставлял. Но я пока забор не хочу ставить. А вот видите, как он выглядит. Только по краям получается. Ну, то есть окончание, а так он желтенький. Ну, прикольно. А в сочетании с новым скином, думаю, будет очень интересно. Так. Уяхунг. Уяхунг какой-то. Он хочет нас догнать. Надо срочно убивать нового героя, качать. Так, что у нас есть? Давайте пооткрываем эти все коробочки ненужные. Попробуем паролить там немножко по 1500. Посмотрим, как будет падать. О, отлично, вот это то, что нам надо. Расходники.
пятые гильдейские надо. Так, хуяхунг. Ну, у меня, в принципе, все готово для прокачки героя. Поехали немножко. Потрешуем, как обычно. Сразу же Махатма падает, нифига себе. Жестко, жестко. Тыковка. Дрейк. Ниндзя. Суккуб. Триантур. Опять этот суккуб. Опять суккуб. Да что такое, варлок? Где мой новый герой, Асура? Ну, я думаю, что по 1500 это плохая затея ролить. Потому что это одни говняшки падают. Посмотрите. Что вы на это скажете, ребятушки? Интересно, сколько обойдется здесь этот герой? В принципе, я знаю, что завтра он будет продаваться там или послезавтра на выходных 100%. А с другой стороны, куда мне девать эти самые? Что мне качать? Кого мне качать? Понятно там. О, Бигфут! То чувство, когда падает Бигфут, и ты понимаешь, что ты сегодня там свыше 10 штук наролил там на 30к. Ну что-то скажу, я не очень впечатлен роллингом. По 1500 мы уже там под 100к сливаем. Ну, еще не сливаем, конечно, но половину уже 50к точно заролили, и как видите, ничего пока интересного я не вижу. Ну, интересного в плане, в смысле, для себя. Для вас-то понятно, что оно все будет топовое для большинства. Анубис, нифига себе. Рогатка даже есть. Где, блин, где? Где Космо? Что, уже всех вырыли, да? Просто изи, ребят. Лазуля и еще один Анубис. Ну что вы на это скажете? Это просто аут. Ну, конечно, Махатма. Седна. Командора. Мы, конечно, уже слили под 100к. Но все равно что-то шансы мне не особо нравятся на этом роллинге. Да так брать получается, то мы тратим, ну, по сути, где-то в среднем 2,5 тычки по 450, но падает, не знаю, такое ощущение, 1-2 героя в основном. Потому что, ну, этих слизняков, Бугимен, вот так вот. Ну что, пошли уже на вторую соточку. Какой-то Unreal творится. Опять Бигфут, опять ведьма. Ну как-то, блин, как-то жестко. Жилейки падают полным ходом. Эти ресурсы слить в этот проще. Пирата было. Представляете, сколько можно было итемов разных натащить с пирата на 200к. Вообще жесть, ребят. Просто, когда я сказал слово «вообще жесть, ребят», и тут, блядь, появляется Космо. Наконец-то. Ну, что, можете меня поздравить. В принципе, 150 где-то к плюс-минус нам обошелся на этом сервере дешевле в 2 раза, чем на русском. Но китайку они все равно не догоняют. На китайке этот герой нам обошелся вообще в копейки. Великий рандом. Ну, вот так вот есть у нас новый герой. Можете меня поздравить, прожать лайкосик. Я вам этот видосик уже открою на следующий день, не сегодня. Я сегодня и так вам там видосов позаписывал уже. Еще куча неоткрытых роллингов, куча всего. В общем, Космо получен. Осталось только его немножко прокачать. Я не знаю пока что по таланту ставить, но видите, у меня тут уже есть даже вот так вот. На смену, бесплатная смена сразу на бравлер. Возможно, будет архив, определимся, посмотрим. Что-то поменяем, но пока такой вот талантик.
Что-то интересное. Мы уже показал ИСО, показал пакт, показал ремку. Вот сразу же ремка упала. Конечно, бы неплохо было скин словить. Пока до скина далековато. Будем ждать, что его будут продавать. Либо хотя бы будет нормально сумок, потому что это очень печально. Но герой действительно очень обалденный. Я вам кучу обзоров уже показал на разных прокачках, поэтому уже делайте выводы сами. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.